Во Владивостоке новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ватутина полностью построен. Остались лишь работы по благоустройству на прилегающей территории. Об этом во время рабочего объезда сообщил глава Владивостока. Мы приняли решение о том, что в эти стены должна войти детская и юношеская спортивная школа. Для того, чтобы в тех смыслах, которые мы изначально привносили в эти стены, а именно, ну, как вы видите, основа этого фока – это командные игры. Это волейбол, баскетбол, мини-футбол и гандбол. Чтобы сюда зашли тренеры, которые бы именно здесь, на этой площадке, организовали бы тренировочный процесс, ну и уже в целом городской спорт использовал бы эти помещения для проведения локальных соревнований. В начале июня во Владивостоке стартует летняя оздоровительная кампания для школьников. Пришкольный лагерь будет открыт и на базе школы номер 78. Одно из направлений летней оздоровительной кампании как раз спортивно-оздоровительная. Вот с помощью ресурсов этого спортивного комплекса будем организовывать различные мероприятия для детей пришкольного лагеря данной школы 78-й, включая 47-ю, которая ближайшая. Это командные игры, волейбол, баскетбол, мини-футбол, ну и различные спортивные активности. В прошлом году завершилось строительство еще двух фоков в школах номер 56 и номер 70. Отремонтировано и возведено более 30 пришкольных стадионов. Начал работу после реконструкции стадион «Авангард». Елизавета Драгомирова, Виталина Хомякова. Новости на восьмом.